приехали, собрались. Квадрик, прицеп. Вон только тот у меня. Красота. Отошли. Здесь, конечно, тоже офигенно. Просто. Вон, Роман! Снизу отсюда надо. Вон стоит. Опа. Вон дорога. Вот сюда. Пойдем сюда, Лена! Ух ты! Блин, спускаться-то легко. Опа! Пойдем туда, на камень. Блин, офигенно будет. А, главное не убиться здесь. Вот здесь.
Тихо, сколько. Тоже еще получилось, да? Так, что не сделаешь. Здесь вот поспокойнее. Ради кадров. Опа! Просто офигеть. Там все заканчивается. Там последний, да? Везде, везде камушки прикладывают. Прям брызги аж до сюда долетают. Брызги до сюда аж долетают. Вот. Последний, да? Да, там трамплин не херовый, скажу я вам. Так, ну что, потихоньку собираемся. Как тебе водопады? Красиво, романтично. Романтика, да? Морские воды. Это Комар. Комаров уже, конечно, море. Ну ничего, сейчас собираемся. Складываем вещи. Да, мы с прицепиком не стали туда спускаться. Чтоб лишнего у нас тут самоответственный. Самоответственный, да, я тебя снимаю, ты собирай, складывай. Да, все. Так. Все, закрываю пух, да? Да. Воды, воду попила? Да. У нас такая еще даже быть литровая бутылка. Полтора литровая или литровая? Там это? Я не знаю. На дне самого, да? Не на дне, но... Ну ты ее не вынимала я? Нет. Ну и все. Так, все.
Бухта, как там было название? Я забыли, ладно. Ставим. We'll be right back.
вниз выйдет. Подержи, у меня камера устала. Ну-ка. Не знаю. Да, вертолеты летают, все серьезно здесь у нас. Видите? Не по нашу душу. Частная винтовая, видишь? Да. Не вояки? Давай, сбивай наши вертушки ее. Ну что там обвешано какая-то? Погранцы, наверное, да? Не знаю. На военных не похоже. А как-то обвешано? На погранцов тоже не похоже. А что? Погранцов-то тоже, по идее, пушки должны стоять. На всякий случай. Я знаю. Снизу тут коробуха красная. Вот что там стоит. Снизу, даже не похоже. Да. Списки оставляют. Думал, это приветствие вертолетчикам. Поехали!